Всех приветствую. В этом ролике я покажу, как временно восстановить мембранную кнопку. Ну, в принципе, подобное видео я снимал. Давайте на этот раз тоже опять закрепим, если кто не видел, способ восстановления мембранной кнопки без ее вскрытия. Итак, вот проверяем контакт. Вот цешкой. Вот, замыкаю. Так. И вот тут, видите, значит, контакты есть. Нажимаю на кнопку. Слышите? Ничего нет. Видите, ничего нет. Есть, но очень плохо бывает временами. То есть кнопка, она дохлая. Ну вот, вот чуть-чуть что-то проскочило. Итак, сейчас мы зальем немножко спирта. Не спирта, а бензин. Я возьму калоша там, которая в технических магазинах применяется. И сейчас я его обмакну. Так, для того, чтобы... Подождем некоторое время. Для того, чтобы бензин туда немного внутри кнопки. И начинаю нажимать. Пока ничего нет. Вот уже начинают признаки жизни подавать. Вот видите, видно, туда попал бензин внутри и разъел окисел на мембранной кнопке. Ну, еще надо немножко. Уже есть, уже, видите. Так, еще немножечко. Еще не раз попробую подлить. Нанести еще бензина. Надо подождать, пока немножко туда бензин прошел, и давайте повторим процедуру. Пока еще не очень, но сопротивление уже есть. Так, все-таки все равно оживает кнопка. Не очень, конечно, но тем не менее, сопротивление уже 100 Ом. Сейчас. Вот уже почти каждый раз пищит. Спиртом, конечно, лучше, я спиртом делал. Бензином что-то не очень. Так.
общем, все, Оля. Почти каждый раз. Так, еще раз нальем. Ну, в общем, нормально работает. Подсохнет, еще будет лучше работать. Ну, устойчиво уже. Выключился. В общем, достаточно. В общем, таким методом вы можете временно восстановить работоспособность кнопки. Кнопка не обязательно такая форма, может быть. Она может быть и на сототелефонах бывает, довольно часто мембранные кнопки. И пульта сигнализации я таким образом делал. Вот видите, срабатывает. Примерно на год, на два, как показывает практика, хватает восстановления кнопок. Восстанавливание далеко не одну кнопку таким образом. Как видите, вскрывать его не надо, и работает нормально. Ну, в общем, у меня все. Всем всего доброго. Ждите нового видео. Пока. Желаю удачи.